Спонсор прогноза погоды – Международный томографический центр МРТ-технологии. Величайшие врачи всех времен и народов сражались с невидимым врагом, имеющим множество обличий и одно имя – болезнь. Великих врачей было так мало, а болезней так много. Теперь же интуицию великого целителя многим больным дает он – магнитно-резонансный томограф. Видеть невидимое, служить людям. По информации синоптиков Западно-Сибирского метеоагентства, 2 марта ночью и днем переменная облачность, небольшой снег, слабые метели. Ветер западный 3,8, порывы до 14 метров в секунду. Ночью минус 30, минус 32, днем минус 14, минус 16 градусов. 3 марта временами снег, ветер западный 2,7 метров в секунду. Ночью минус 20, минус 25, днем минус 10, минус 15 градусов. 4 марта без осадков, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Ночью минус 18, минус 23, местами минус 28, минус 33 градуса. Днем 8-13 градусов со знаком минус. Автомобиль «Лада» – высокий уровень надежности даже в сибирском климате. Официальный дилер «Лада» – автосалон «Авто-1». Главный спонсор прогноза погоды – автосалон «Авто-1». Говорят, здесь слишком круто, слишком темно, слишком жарко, слишком скользко. Но что для одних слишком, для нас возможность проявить себя. «Лада Веста» от 512 910 рублей. Превосходство на нашей территории. «Авто-1» 330-03-03. Спонсор прогноза погоды – Дворец культуры «Родина». Дворец культуры «Родина» приглашает 6 марта в 16 часов на городское праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 марта. Дарите женщинам цветы! Вход свободный!